Сейчас приезжает Путин, значит, он говорит вещи, которые должны быть приятны Путину. Завтра он должен говорить с Блинкеном, за день до этого скажет такие вещи, которые должны быть приятны Блинкену и Соединенным Штатам. Смотрите, Никол Пашинян, среди наших четырех руководителей, у которых, если были какие-то убеждения, взгляды, многие из которых я не разделяю, и могу принять частично, то у Никола Пашиняна нет какого-либо убеждения. Его единственное убеждение и взгляд – это сделать все, чтобы сохранить кресло. Я даже не говорю «сохранить власть», потому что у него и власти нет, это просто кресло. Потому что власть в руках Москвы. Москва решает, что он должен делать. Но это кресло, то есть должность. И ради этого он притворяет все это. Завтра позиции Москвы ослабнут, уверяю вас. Никол Пашинян станет более прозападным, чем мы с вами, и будет бить себя в грудь и говорить. Ведь долгие годы я говорил об этом.